я вступила в наследство на всю царскую, на державу, скипетр и в наследство всю царя Николая II. И являюсь наследницей всех зданий, сооружений и всего, что находится на всей территории царской империи. У меня есть верительная грамота, по этой верительной грамоте я приняла присягу на верность царю. И, выполняя волю Николая II и его брата Михаила, вступила в наследство на всю территорию и на это здание, сооружение вместе с... Где вы находитесь? Я нахожусь в Дзержинской администрации города Волгограда. Вы какие права у вас на это здание? На это права я вступила в наследство на все. То есть я вступила на это здание, сооружение... В здании вас понимают здесь сейчас, что это ваша собственность? Нет, не понимают. Это не понимают. Меня сюда не пропускают без удостоверения личности. Вот. Не желают со мной разговаривать.